Седьмая миссия, день Д, Кан. Задание. Вы должны очистить путь для конвоя и занять плацдарм. Брифинг. История миссии. Седьмая британская бронетанковая дивизия. Это те ребята, что будут принимать участие в этом задании. Инструктаж. Попытка окружения Кана. Жертвы среди гражданского населения. Битва за Кан. Что тут происходит, гермайор? Майн Год, что вы здесь делаете? Вы что, с ума сошли? Мне приказано защищать Кан от союзной авиации. Жду следующего рейда. В северном секторе вражеские танки. Немедленно отводите туда орудия и начинайте огонь прямой наводкой по флангам. Их надо остановить во что бы то ни стало. Мне приказано вести огонь по самолетам, гермайор. Если вы хотите воевать с танками, это ваше дело. Либо выполняйте мой приказ и получите медаль за отвагу, либо я расстреляю вас на месте, как дезертира. Выбирайте, гер-офицер! Раз вы так ставите вопрос, гер-майор, я предпочитаю выполнять ваши приказания. Куда выстрелим для начала? Разверните орудие вдоль берега реки и стреляйте по всем вражеским танкам, которые увидите. Алес Клар! Яволь, гер-майор! Что такое? Почему вы остановились? На мосту впереди замечены немецкие войска, сэр. Думаю, лучше переправиться вброд. Ну уж нет, мистер. Может, для Шерманов тут и мелко, но не для наших малюток. Вы уверены? Мне кажется, они тут пройдут без проблем. Когда я говорю нет, это значит нет, приятель. Патроны и бензин воды не любят. Так или иначе, нам придется переправляться по мосту. Ну что ж, я и сам окружные пути не люблю. Ну так расчистите нам путь и побыстрее, ладно? Зачем привлекать к себе лишнее внимание? Довольно динамичная, скоротечная и не самая сложная миссия. В Шербургских доках захвачено большое количество топлива. Теперь наши самолеты смогут летать чаще. И будут еще лучше прикрывать наземные войска. What now, sir? Все танки в один кулак, Ctrl-1. Your orders, commander. Ремонтные машины Ctrl-9. Вот этот конвой. Для завершения миссии нужно, чтобы не менее трех грузовиков добрались до пункта назначения. Первый грузовик мы уже по-любому потеряем. Там практически невозможно. Кстати, у нас есть офицер, его надо выгрузить из танка. Он нам понадобится для разведки отдельно. Все, погнали. Ready, sir! Вот на этом берегу вдоль берега стоят немецкие зенитки, которые бьют по земле. Очень даже опасные тоже противники. Сейчас единым кулаком. Так, этот тоже перетаскиваем. Destination clear. Погнали. Вот эти сучьи дети. Так, готовы. Ремонтируемся. Rifleman at your service, sir. Как тут наши ремонтные машины. Understood, sir.
It's my duty, sir. Так, этих мы встретили. Куда поехал? Soldier ready. Иди чини. It's my duty, sir. Rifleman at your service, sir. Сейчас починимся, двинемся дальше. Так, все починились. What now, sir? Движемся дальше. Soldier ready. Ваши войска атакованы. Kill those krauts. Один танк уже потеряли. ПВО уничтожено. И вот полетели наши бомбардировщики. Уничтожить ПВО — это одна из доп-задач. Так, сейчас опять же и чинимся. Так, конвой пошел. Сейчас первый грузовик будет уничтожен. Но это было ожидаемо. Кстати, захватываем вот эту... Захватываем вот эту разведывательную машину. Она нам пригодится. Soldier ready. Так, вот она наша. Ну-ка, если мы еще одного медика туда посадим, будет еще шире обзор? Навряд ли. Ух ты, еще шире. А если еще одного? Смотрите, как она хорошо видит. И еще шире, замечательно. Брен отводим, он, в принципе, нам не понадобится. Сейчас форсируем берег. Давайте пару танков я здесь оставлю. Ну давайте, 4 танка я здесь оставлю. Или пару. Давайте пару. Moving out. Understood, sir. Так, остальные едут со мной. Эту сторону моста. Ваши войска атакованы. Вы захватили флаг. Так, захватили. Одного из ремонтников сюда же. Ready, sir. Этот спрячет. Сейчас поедет. Вот они едут, они хотят взорвать мост, но мои танки их уже ждут. Ваши войска атакованы. Need medical assistance? Так, разведчика укатили. On my way. Так, а сами тем временем. As you ordered, sir. Вот они поехали. А мы подчищаем вот здесь Moving тоже. Много неприятеля. Кстати, смотрите, 4 аж грузовика едут. Ваши войска атакованы. As you ordered, sir. Так, ладно, в принципе, там может кто-то и остался, но... Ну давайте. Kill those krauts. Давайте вот этих застранцев уничтожим. Уничтожим. As you ordered, sir. Захватываем железнодорожный мост. Туда направляются наши грузовики, и надо действовать побыстрее. Здесь сейчас будет неприятный сюрприз для немцев. Ваши войска атакованы.
захватили флаг. Так, это была секретная задача в нужный момент захватить железнодорожную станцию. Все, она наша, в принципе, никто больше на нее не позарится. Два танка у нас обездвижены, даже три. Три танка обездвижены. Ну и ладно, в принципе, это не помешает нам завершить миссию. Значит, теперь нам нужно готовиться отразить контратаку немцев. Rifleman at your service, sir. Ну, пускай Rifleman at your service, sir. С этой стороны три танка оставим. Кстати, черт, ремонтника давайте быстро. Rifleman at your service, sir. Ремонтника Rifleman at your service, быстро посылаем чинить эти танки, они нам понадобятся. Кстати, мы можем еще и немецкий танк захватить один. Так, эту сторону моста, значит, защищают три танка. Этого достаточно. Окапываем их. Так, остальные... Пока у нас только двое на ходу, на эту сторону. Так, грузовики пошли, все хорошо. Your orders, commander. Your orders, commander. Your orders, commander. Your orders, commander. Так, починились. Сейчас еще подкрепление придет из 4 или 6 танков. Я не представляю, куда нам столько танков. У нас их выше крыши. Your orders, commander. Сейчас встанет задача, значит, отразить 2 или 3 волны контратаки немцев. Это абсолютно будет несложно с таким количеством танков, и учитывая, что еще Rifleman at your service, и подкрепление sir. У нас будет. Так, вот здесь танки. Тоже окапываем. Rifleman at your service, sir. Your orders, commander. Change in position. Так, выполнена задача, не менее 3 грузовиков. Understood, sir. Чтобы, значит, были дошли до пункта назначения. Need medical assistance? Разведывательную машину давайте вот сюда поставим, потому что по моим наблюдениям, с юга поопаснее. Конвой в безопасности, командир. Теперь главное взять мост, иначе на ту сторону не переправиться. Нам еще и десантников дали. Великолепно. Базукеры. Теперь держите мост, скоро подойдет подкрепление. Понятия не имею, куда мне их девать, они нам не нужны, по сути. Moving to destination. Тихо-тихо, вам стоять. What now, sir? It's my duty, sir. Ready, sir. Moving, sir. Блять, куда он? Moving to checkpoint. Вон, нам прислали еще подкрепление. Куда их девать, я понятия не имею. Эти танки, у нас их слишком уж много. То есть, не нужно столько, абсолютно. Ready, sir! Change in position. Rifleman at your service, sir. Change in position. Moving to position, commander. Moving out. Ваши войска атакованы. Change in position. It's my duty, sir. Вот смотрите, как мы горячо встречаем. Так, а где разведывательная машина? Вот она. Ну, 5 минут нам надо продержаться. Тут можно смело ускорять время, ничего здесь не случится с нашими танками. Я, скорее всего, даже ни один танк не потеряю, естественно, он не прорвется. Вот я 8 раз даже время ускорил. Две с половиной минуты.
Ну вот и все, в принципе. Миссия пройдена, все дополнительные и секретные задачи выполнены. Молодцы, теперь дорога свободна. Операция Goodwill идет по плану. Вы победили. Спасибо за внимание. Всем пока. Дебрифинг, кому интересно.